Рабочая машина у Сергея Алякишева универсальная. Пользу городу приносит и летом, и зимой. Когда тепло, специалист спецремстрой «Зеленхоза» на ней очищает тротуары и поливает цветы. А в морозы заливает каток на площади Куйбышева и также очищает тротуары, но уже от снега. Чтобы перепрофилировать машину, специалисту нужно меньше недели. Масло меняем, веретенку меняем, цилиндр. Все проверяем, смотрим, чтобы поднимало, опускало все. Щетка, чтобы работала. Ну, не пять это... Чтобы все просмотреть, пришприцовать, пролазить надо. Мне опять надо, чтобы подготовить ее. Такие же машины, а также мини-погрузчики, тракторы, самосвалы и другие спецмашины, готовые к зимней работе, продемонстрировали службы ЖКХ и благоустройства. Всего более 100 единиц выстроились на площади Куйбышева. В этом году есть и новая техника – комбинированные автомастерские, оборудованные всем необходимым, чтобы обслуживать мосты и путепроводы и оперативно их ремонтировать, если потребуется. Машины оценил и первый заместитель главы города Владимир Василенко. Но это оборудование ставится туда, оборудование устанавливается. Здесь для инструмента ящики, здесь и можно и кондиционер поставить, и дизель-генератор. То есть они шли со знаками уже, лопаты, инструмент, подсветка, удобная. Вот там, где сидят люди, там отопление есть, да? Там есть отопление, да. К работе в зимний период готовы уже более 80% машин. Непереоборудованной осталась только та техника, которая продолжает работу по санобработке улиц и общественных пространств. Но как только установятся отрицательные температуры, и эти машины в кратчайшие сроки подготовят к работе против снега и льда. Резерв машин из-за летнего режима в зимний не оборудован именно для этих целей. То есть как только у нас опустится отрицательная температура, в принципе, в течение суток машины переоборудуются, то есть меняется навесное оборудование, снимаются баки, ставятся ковши для бескоселевой смеси или бионорда и отвал. Этой зимой на улице города выйдут 777 единиц спецтехники. Из них 315 машин в распоряжении муниципальных предприятий для уборки дорог и тротуаров. Еще 44 для ухода за парками, скверами и набережной. 418 машин принадлежат управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и их партнерам, которые будут расчищать дворы от снега. По погодным условиям на приведение в нормативное состояние и проезжей части, и пешеходных тротуаров есть ГОСТовские нормативные сроки. За этим также следит у нас и госавтоинспекция, и контролирующие органы. Поэтому здесь мы со всех сторон, скажем так, работаем для того, чтобы в кратчайшие сроки городские условия были комфортные для всех жителей. Кроме техники, к зиме уже готовы и 5 полигонов для вывоза снега. Запасены к зиме и реагенты, которыми будут обрабатывать дороги и тротуары. Предприятия в достаточном количестве имеют песчано-соляную смесь и смесь Бионорд. А потому работа по очистке города от снега начнется сразу, как только выпадут первые зимние осадки. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.